Все парни, все хуй. А по руке мне с кого снимать? С босса только? И потом, когда стадия будет с них хеба, да? Ребят, снимите с тхани за порог, пожалуйста. Тхани за. Ты, кстати, там встречный, бежишь, так что снимай порог с тхани за. Няу. Чтобы достать снимать порог, надо дальний. Калун, тхани за порог. Срался. 173. 171. Отлично. Не просыпьте этот, пожалуйста. Порой снимаем, сейчас ужин. Уже вход. Вход. Дарклинг выход. Лужа вход. Хомер. Просто резко после лужи. Ну там узинг в хату идет. Выход лужа. Переключаешь. На меня жук ползет. Выход. Не забывайте, что вы потом же ходите из комнаты. Лужа 4. Лужа вход. Вход. Не сдохните от лужи.
Лефорно, выхилим, выхилим, выхилим. Пойди помоги, Лайнедел. Пошел. Лужич. Центр. Два порока не хеп. Не снимаем пороки. Хернюшки ползут. 18 пороков еще. Девять пороков, 8-7. Пороки больше не снимает. Ну за спину зайдите, босса, а? Ну чё вы перед лицом тусуете? Быстро все пороки сняли. Уже 3 секунды. Выход. Выход. Ага, помогайте. Сейчас иду помогу. Давай, 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 выхилим, выхилим, выхилим или форме. Выхилим его. Нету. Нет, все, они вдвоем должны справиться. Клятву, давай работать. Ну, Узинга, будем убивать. Убиваем Никхеба, все. Они под АУЕ сдохнут. Порог снял. Порог еще отражал. Дарлинги есть? Давно не было. Лужа 3. Дарлинг ползет, центр. Выход Показ. Лужа. Выход лужа под вами прям почти. А нет, не кинул. Скауна, скауна поднимаем. Сейчас резну. Быстрее. Встанем. Скелла прерывай и Эля. Ну чё ты стоишь? Чё ты стоишь? Дамаж, дамаж, не трать время, тебе скажут, когда встанем. Быстрее. Лужа 3 секунды. Элифорн, достанешь? Лужа вход. Вход за нами. Да куда достать? Да не хема. Я на дамаг добить. А, ща. Давай, начнём. Хами за пороки, пожалуйста, снимайте. Снимаю. Клятву даю. А я бабл кину. Встань опять. Стойте в луже, добивайте быстрее. 3 секунды луже. Пороки на выход. Ой, или вот. Выход, центр. Центр, точнее, центр. Прям под нами. Вот Хамиза пороков много. Просто начал там, похоже, немножко. Ресайте Лину. У меня нет реса. Я же сказала первое, что из колуна реснул. И рес не удал. А, рес? Нет, жди. Да, давай. Кого следующего? Я забираю скиллхама. То же самое, нет колокинга. Повнимательнее, пожалуйста, с глазами на последних секундах убивайте. Ушли дальники, блин, на... Клятву даю. Лужа 3 секунды. Адам, клятву даю или... Лужа вход. Выход, вход, лужа. Рез через сколько будут? Через 30 секунд. Тоже 30. Треснешь. С Хамиза порог. Клятву давай. Mm-hmm. Клятву no, пошла, no. Руники. Руники, близко, встаньте на центр, пожалуйста. На штандарт, Атлис. Работаем, работаем, вкалываем. Метка на хил есть, дорабатываем, все, быстро. После лужи я рез на Лину. Да. Ну, у меня есть рез. Надо? Не надо. Лужа 3 секунды. Выход. Выход. Все ли не рез дала? Стхамиза. Работаем. У одного глаз, ребята, осторожно. Метка есть на хил, все нормально, их отхилили. Стхамиза порог. Есть прерыв. Работаем. Чуть-чуть отвинись, они будут. Лужа 3 секунды.
Все, нет. Не понял. Порог. Клятву есть? Нет еще. 4 минуты у нас. Успеем, конечно. Один порог с хамин. Воткать меня. Все, не надо. Есть клятва. Не кидай, не надо. Да-да-да, я понял. Смысла нет уже. Что, скидываем? Чё, кого скидываем? Я забрал. Не, ну мы весь пул почти нормально пошли. Клятву даю. Адам. Я забрал. Клятву даю. Порог. 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 Снял один. Я рез. Кого резнул? Я рез. Да не надо, рыцарь резнул. Все, двоих, отлично. Сразу клятву потом. Порог. Когда он поднимет аура каст, поднимается сразу, это иллюмейт юзис, порог. Порог свой, и все. Если за минуту, за полторы минуты не останется до снятия, я скину, сразу говорю. Порог, порог, порог. Отлично. Или функция надежда на тебя. На мне, пап. Я уже двуруч один. Не, я не про это, я про вызов. Порог снимите. Сколько еще времени? 2 минуты и 20 секунд. Клятва есть, даю? Давай. Я хочу хард закрыть. Клятва пошла. Мне все равно. Порог. Ресы. У кого еще есть вызов? Блять, бейте клятвы. Вы не дал. Вы тут есть. Са. Минут 53. Еще бы не успеть убить еще. Да не, все. Минута 40. Нормально. 9, 8, 7. Не успеешь 5. Добежать даже. 5. Спорим? Ладно. И побежал. Ты успеешь. Убили бы быстрее, ты увел его из-под стандартов. Это он специально. Ну конечно, можно шмотки менять. Победа.